Давайте приподробнее. Правительство Башкирии подписало соглашение с одной из крупнейших компаний Италии – Кремонини Групп. Эксперты называют это большим шагом на пути привлечения иностранных инвестиций в республику. Напомню, накануне президент компании Луиджи Кремонини побывал в Уфе и встретился с главой региона. За 2 года планируется возвести 7 фидлотов, то есть высокотехнологичных откормочных площадок на 3000 голов крупнорогатого скота каждый. Это такой сигнал и знак всем остальным инвесторам о том, что в Башкирии можно работать, в Башкирии хороший инвестиционный климат, и можно делать бизнес выгодно даже в условиях общемирового спада и общемирового экономического кризиса. И они действительно позволят нам нашими руками на нашей земле создать производство, новые рабочие места и повысить нашу производительность труда. Я обращу ваше внимание, что помимо вот вопроса животноводства, здесь мы подошли к такому серьезному толчку. Я надеюсь, господин Кремонини, человек слова, что инвестиции будут. Это соглашение рассчитано на срок 5 лет. И поэтапно предусмотрено создание 7 фидлотов на территории республики, а в дальнейшем и создание современного животноводческого комплекса по забою скота –